И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и ты видишь это. Это вот та самая золотая искринка, то, что я обещал уже на 4, около 4 недель, если не менее, ну, может быть, 3 недели. Короче, это тот самый секретный, вот это вот, знаешь, сюрприз тот самый, то, что типа новый контент. Контент пошел, ты чувствуешь это? И я думаю, ты уже знаком с этой игрой. Это, если ты не знаешь, это SCP, секрет лаборатории, уже нашумевшая игра, у которой уже шум давным-давно прошел, и, наконец, она появилась на нашем канале. Даже не она появились, это мы до нее добрались, и теперь мы появились в этой игре. Что могу сразу сказать для начала, пока вот чуваки играют, тут что-то тащат, что-то РП отыгрывают, король, в общем, мне осведомитель, осведомил меня об основной информации об этой игре. Я вообще не знаком с, ну, знаком, но не знаю лора SCP, поэтому я знаю то, что как играть за некоторые классы. Только многого еще, в общем, не играю, не знаю, я как-то в эту игру уже заходил, но так-то ничего особого такого не происходило. Я как зашел, так же быстро из нее и вышел. Ну, тут я решил всерьез, короче, зайти, может, короче, получится. Если тебе понравится, то будем выпускать, наверное, каждую субботу, может, каждое воскресенье будет по одной серии выходить. Но если зайдет, а если не зайдет, то оно так же, как появилось, так и все, так и останется. Ну, в общем, все зависит от вас. Если понравится, то, естественно, будет каждую субботу или каждое воскресенье выходить по одной серии. Ну, это чтобы не зацикливаться на одном, в принципе. Ну, как бы, чтобы не нападать на этот SCP, не выжимать из него все, как бы, соки, которые в нем есть. Так что, просто... Что-то будет новое. А давай теперь создадим паузу и дождемся, когда начнется раунд, и мы наконец с тобой начнем разносить данный комплекс в пух и прах. Короче, смотри, контент идет полным ходом. Мы класс Десовец, и наша основная задача — сбегите из комплекса, скооперируйтесь с повстанцами хаоса, избегайте других выживших, а также там кого-то, охранников, кажется, комплекса. Так вот, короче, смотри, я уже дофига знаю насчет SCP, то, что нам нужно сейчас убегать. Мы сейчас пойдем за пацанами, они всяко знают, что им необходимо делать. Так, ученый, надо, короче, его загасить нахер. Это же типа ученые, они над нами эксперименты ставят. Сразу предупреждаю, это игра коллективная, я тут, как бы, естественно, голоса не отключал. И как бы мы будем слышать других людей. Я не ручаюсь за то, что я буду им говорить, или что они мне будут говорить, как я буду на это реагировать и что вообще будет происходить. Так что, если будут какая-то нецензурная брань или какие-то не очень красивые слова, то, естественно, знай. Это так и так и было задумано. А чё вы все туда пошли? Короче, будем смотреть, куда все пацаны идут. О, пацаны, короче, лунную походку делают. Так, идем, короче, за толпой. За толпой идем мы сейчас куда-нибудь, да и выйдем. Опа, смотри! Не, пацаны что-то зашли туда, туда не надо, я знаю, там эта комната с переводами. Вот, типа, машинка такая, короче, которая переделывает предметы, может сделать их лучше или может сделать их хуже. Стоп. Ух ты, чувак, фонарик нашел. Я тоже не понимаю, что происходит. Они РП отыгрывают. Отлично, тогда мы тоже будем отыгрывать РП. Пожалуйста, выпустите нас. Помогите. Ладно, давай, короче, отыгрывать РП сырового дядьки, давай. Типа, вот так вот, как-нибудь разговаривать. Блин, надо погромче его сделать, а то ни хрена его не слышно. Так, голосовой чат. Вот так вот как-нибудь. Черт возьми, нам охраняют. В смысле, что за Гордон Фриман к нам пришел? Угрожает нам без костюма. Надо что-нибудь взять, короче, и гандушить его. Ты что творит? Козел! Это беспредел, пацаны, это беспредел! Пацаны, беспредел! Давайте его все вместе! Давайте, гасите его быстро! Бейте его! Гасите его! Гасите! Сваливаем, сваливаем, сваливаем. Я что-то подобрал, я что-то подобрал. Отлично, отлично, отлично. Все, уходим. Короче, мы всех обманули и уходим отсюда живыми. Так, у меня... Что это? Фонарик. У меня, короче, есть фонарик. Да будет свет написано. Отлично. Мог, это, короче, моговцы. Это, короче, в данный момент они наши враги. Так, что по патронам?
Подключите планшет управления вооружением, чтобы использовать эту рабочую станцию. Это, короче, для этого, кажется, чтобы прицелы нацеплять. Тяжелое огнестрельное ранение? Убийца использовал патроны 9 мм? Ты ч... Подожди. Вот так делаем. Все красиво. Смотри, вот этот сраный Гордон Фриман. Это он меня убил? Где он? Так, где... Я где-то его видел. Вот он! Ни хрена, их уже двое! Плодятся, как не знаю кто. Ты фузория туфелька сраная. Смотри, что творит. Козел. Ну-ка, давай таракана найдем. Таракан наш чел. Осведомитель наш. Научный сотрудник? Ты... Прикинь, агент. Агент, мастер, агент. Ну, в принципе, я не вижу смысла за ним наблюдать всю игру. Мы все-таки с тобой записываем видео. Так что давай вернемся с тобой в следующем раунде. Я остановлю запись, чтобы, не дай бог, ничего не слетело. Чтобы, потому что я боюсь уже иметь с такими играми какое-либо дело после кейса Animatronics. Я надеюсь, что звук нормально будет работать. Так что все, я останавливаю запись и ждем следующего раунда. Я сразу на выход. Охранник. Я, короче, буду суровым охранником этого комплекса буду. Давай будем отыграем роль командира. Пусто, только раз сок. Так, надо разобраться с управлением. Так, право это прицел. Так, короткая волна, средняя волна, дальняя волна, ультра-дальняя волна. Так, свои охранники, короче, ходят. Ну ладно, мы пойдем сейчас на разведку. По идее, охранники должны гасить класс-десовцев, либо их брать в заложники. Опа, уже стрельба идет, прикинь, какая-то. Надо, короче, пацанам инфу давать периодически. Ну, блин, постоянно перепи... Постоянно говорить по микрофону. Это, наверное, на какую-то кнопку можно нажать. Так, а какая у нас основная задача? Я что-то не забыл прочитать-то. Так, ну это выход. Получается, нам нужно охранять выход и не дать класс-десовцам выйти. Так, ну сейчас надо будет мне спросить у осведомленного. Хотя, по идее, мне сказали то, что... Короче, посмотрим. Если класс-десовцы будут офигевать, то мы их будем гасить. А если они будут добренькими, то, естественно, мы будем к ним относиться соответствующе. Так, надо с нашей оперативной группой не разбегаться. Надо найти к нам напарника. Ноябрь 19-го. Черт возьми, все происходит в ноябре. Почему именно ноябрь? Это по лору должен быть ноябрь, да? Ну-ка, давайте посмотрим, может я прицел какой-нибудь могу накрутить. Так, планшет управления вооружением, у меня есть такой? Чтобы использовать эту рабочую станцию вручную, а как? Нет, у меня нет, походу, планшета. Так, ладно, пойдем сейчас куда-нибудь вниз пройдемся. Надеюсь, сейчас так, камера запущена, да, все запущено. Это, прикинь, получается, сервер только что крашнулся, и мне пришлось не ждать так долго, как я должен был ждать. Я своих сокомандников потерял, прикинь. Они в лифте, они в лифте. Черт возьми, это типа мои, как это, союзники, они по рации говорят. Так. Так, сейчас надо немного, короче, сейчас возьмем в плен, короче, смотри, сейчас в плен будем брать. Так, пацаны, что-то связь, что-то засоряют, связь не засоряйте, бойцы. Бойцы засоряют связь. Блин, сейчас. А как вызывать это все? Говорят, вызывайте МОК. А как вызвать? А-а-а! Вот какие из них охранники? Охранники не должны постоянно трепаться, как тёлки. Чё за фигня? Охранники так не трепутся. Чё? Вот что они делают? Охранники должны только давать только самую необходимую информацию. Ё-моё, куда я пошел? Куда я направляюсь вообще? Ё-моё! Так, тут еще бэхопить нельзя. О, тут, короче, в смысле? Надо, короче, найти эту ту самую штуку, которая позволяет менять предметы, качество их. То есть я могу засунуть свой автомат, он станет крутым. Да что ж вы спамите-то, ё-моё, как можно отключить рацию? Расходует заряд батареи. Это я стрельнул? Ладно, давайте сюда пойдем, мы тут не были. Ах, пробежали, пронесло! Ну, я тебе говорю, скилл как бы с Slender Fortress поднялся. Так, они говорили что-то на лифт. Короче, пойдемте на лифт. Сейчас на лифту прокатимся, посмотрим, что там с класс-десовцами будет. Если они будут вооружены, гасим всех! Черт возьми, это труп. Давай будем отыгрывать.
Научные сотрудники, отлично. Так, мы наверх поднялись, отлично, отлично. Наверх поднялись. Так, берем Так, автомат быстро берем. Так, опа, хопа, хопа. Как приседать? На С? Вообще приседать нельзя. Хер поймешь, куда идти? Зачем идти? Почему идти? Что-то открыто. Тут, наверное, кто-то есть. Так, тут какой-то SCP, походу, был. А что за SCP? Так. 079, это компьютер. Как я помню. Это, по идее, компьютер, и он должен нам закрывать двери. Я потерял свой отряд. Ну да сейчас, подожди, надо обратиться к ним. Так, СР. Средняя, дальняя волна. Так, давайте на средней волне. Так, первый, это второй. Кто-нибудь меня слышит, кто-нибудь есть в живых? Говорит охранник комплекса, меня кто-нибудь слышит? Говорит охранник комплекса, меня кто-нибудь слышит? Говорит охранник комплекса, меня кто-нибудь слышит? Не слышит, прикинь! Роль отыграл и не при... Ну, ты видал, какой я актер? Да мне прямо в Голливуде сниматься нужно. Даже нельзя, я снимусь в фильме, подумаю, что это документальный фильм. Нельзя. Настолько профессионально, короче. Чё? Ой, блядь! Так, вылечим. Вылечиться надо. Отлично. Чёрт возьми! Меня напал этот черный! Это дед. Значит, такой стаканчик, выбрасываете его в мусор. А мусор с погонами. Опа! Я потерялся в карманном измерении! Не смешно. Плюс срок. Кто-нибудь из. Охранники комплекса, вы охренели что ли? Я главное спрашивал у них. Я главное с ними говорил. Они мне даже не ответили. Я либо сделал что-то не так, либо они реально меня задинамили. То есть бросили меня. Я понимаю, что они сказали, мы наверху уже. Дружище, выбирайся. Но нет, они зажопили информацию. Они забыли про меня, понимаешь? Это бездарное отношение. Это, как тебе объяснить? Сейчас надо отключить им глаза, чтобы они не отвлекали. Да не отвлекайте. Что-то там спецназ МТФ прилетает, но это ничего им не даст. Чё говорю? Они, это разруха в рядах, дисциплина отсутствует. Нет дружеского, так сказать, взаимоотношения между бойцами. Нас просто, видать, понабирали с объявления в газете. Вот такие, типа, как Five Nights at Freddy's, типа. О, там где-то 50 баксов, там за неделю 200 баксов. И точно так же сюда пришли охранники. Такие объекты должны охранять спецподготовленные охранники. А тут, ё-моё, я спросил у них на рации, они ничего мне не отвечат. Белиберда. Это все говорит об отсутствии дисциплины. Смотри! Сейчас я тебя отыграю самый жесткий. Короче, вообще, это капец, короче. Смотри, меня сейчас, короче, выпустят. А как отсюда выбраться? Как мне отсюда выбраться? Тут мне должен помочь, кажется, SCP. Помоги мне. 173, это кто? Я статуя. Все, смотри, сейчас... мне нельзя прыгать. Так, выпустите меня. Мне нужна камера. Камера, активируй. Мне, скорее всего... Ё-моё, меня выпустили. Меня выпустили, смотри. Все. Все, сейчас тебе будет самый жесткий геймплей за 173-го, который вообще когда-либо можно было увидеть. Все, в этой серии уже было все, РП, вообще, актерская игра и все, что только вообще возможно. Даже за SCP сыграем. Но ничего, это моя первая игра за SCP, но ничего страшного. Сейчас тащить будем. Надеюсь, нубить не буду. Подожди. Я только что слышал чей-то микрофон. Никого не вижу. 10. Мне написано, сколько таргетов осталось, типа сколько целей. Открыть. Никого нету, прикинь, вообще никого. Может, сюда пойдем? Какой-то. Прикинь, закрыто. Ну ладно, сейчас с другой стороны зайдем.
Ну, может быть... Меня кто-то наблюдает? Это чё сейчас было? Меня, прикинь, назад... Так. 9 целей. 10 целей снова. Это чё за remaining targets? Мой English, конечно, is very good, but I understand some very interesting words. Ага! Опа, смотри! Там пацаны! Сейчас, короче, их обхитрим. Вот так вот. Оп. Из-за угла, так знаешь? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Потихоньку подходим. Тут никого нет? Нет никого. Сюда пошли, да? Нет, прикинь, вот сюда ушли. Ладно. Сейчас догоним. Сейчас догоним, не волнуйтесь, пацаны, что-то убегают, что-то... Они на что-то надеются. Ты видел, что ли, людей, которые на что-то надеются? Никто никуда не уехал. Так только что же тут пацаны были? Опа! Ха-ха-ха! Иди сюда! А, у тебя ствол! Ствол, значит, у тебя, да? Так, чё это меня тпхает-то, а? Чё мне делать? А-а-а! Давай. Он будет смотреть до туда бесконечно, да? Оп! Можно не надо говорить. Чё ты сделал? Нигер! Это что ты себе позволяешь? Я тебя не оставлю так. Я тебя так не оставлю. Ты пойдешь со мной. Со мной ты пойдешь, я тебе говорю. Со мной пойдешь. А я вот сюда встану. А сюда запрыгнуть нельзя? Там кто-то еще есть, кажется. Сейчас послушаем внимательно. Справа кто-то зашел. В смысле рассоединение разорвано при... В смысле? Да это что сейчас было? Прикинь, меня только что отобрали от... Прикинь, моя игра была нарушена. SCP Containment Bridge. SCP Лаборатория Секрет, а? Чё за хрень? Я... SCP-049. Kill everyone. Don't... Не позвольте другим выбраться. Кооперируйтесь с другими SCP. SCP-049. А, это ящерица. Отлично. Я ящерица. Все, сейчас мы будем жрать все, что мы видим, и не будем видеть то, что не двигается. Это уровень ящерицы. А как отсюда выбраться? Я помню, как-то пытался играть в SCP. Я дошел до ящерицы. Это последнее место, до которого я смог дойти. Я есть. А ты чумай? Я не знаю, 049 это кто. Ты чумай. Я чумной, отлично. Хорошо, я чумной доктор. Я думал, что я этот, как его. Как его? Ящерица. Ну я чумной, хорошо. Так, чумной, значит, будем сейчас чумить не по-детски. Ладно, пойдем за детком. Сейчас за детком сходим, он чувак шарящий. Отлично, прошли ловушки. Ну, кто вообще ставил эти глупые ловушки на этом объекте? Будто они смогут остановить SCP. Мы тут разумные люди, тем более SCP-049 это человек. Вроде как я помню. Мне 47% хп. И что я должен с этим делать? Пацаны выбираются, значит, на поверхность. Давай, давай. Первый пошел. У тебя дофига, наверное, хп у деда. Деда же убить невозможно. Его можно, по идее, только остановить светом. А у меня, типа, от всего карточки есть, да? Сейчас за дедом по... Так, а я что умею делать? Я умею убивать. Осталось целей 4. Это получается 4 мне осталось убить, да? Нам с дедом.
Она где-то уходит оттуда, значит, там ничего нету. Так, о, это же оружейная. А нафиг нам оружейная? В оружейной, наверное, уже никого нет, там все поразбирали уже. Открывай. Опа, опа, смотри, кто идет. Вылечена. Причина смерти была вылечена от чумы тела сотрудника. А как мне его сделать чумным этим? Засранцем. Был вылечен от чумы. Вы что тут все... Тут это стоит плагин. И то есть, чтобы воскрешать, надо вводить команду. А как, что, куда ввести, куда нажать? Тебя слышу. Нифига себе. Что нажать-то надо? Кстати, дедушка, у тебя есть микрофон? Да. В смысле, а меня что, не слышно? Не баньте. Нифига себе, прикинь, говорит, нужно команду вводить. А это админ, походу. Слушай, дружище, а как команду вводить-то? Никто не говорит, прикинь. Тут никого же нету. Где остальные? Опа! Опа! Опа, опа! Кооперируемся с другим SCP! Бежим за доктором! Доктор, иди сюда, доктор Фриман! Черт, у него, возможно, же ствол есть. Но, в принципе, дед тут самый главный. Сейчас его догонит, его в это измерение какое-то поймает. И конец ему. Отлично. Убили. И чё? Остался один чел, и куда... И где нам его искать? Ждать, когда он сам к нам придет? Ну-ка, ладно, туда дед пошел, а я вот сюда схожу. 5.00. Это вышка охранников, по идее. Или нет, подожди, на этом уровне должен SCP статуя 173 вроде находиться. Опа! Я слышал, прикинь, какие-то выстрелы. А... Ликвидирован? Вы серьезно? Я последний SCP остался. И чё, и как... Контеймент... Там... Подожди. Но я слышал какие-то выстрелы вот здесь. Хорошо. Так, а тут где-то, значит, шляется чувак с автоматом. Давайте сюда сходим. Везде трупы валяются, чё за маньяк? Тут помимо SCP ещё какой-то хрен ходит. Ё-моё, я побед... Я прям чуть-чуть не... Я вообще читаю гайд, а то... Победа, победа! Скилл. Это скилл. Надо будет потом у пацанов спросить, а как команды вводить, а хотя... Подожди, это разрешение, что ли? Или что это? Че у меня такое разрешение-то огромное? Я не ставил такое разрешение. Оп, оп, вот такое должно быть. Что-то базарят, что-то говорят, что-то рассказывают. ФСБ. Это ФСБ, это походу этот, как его, тоже SCP, только он этот, на камерах смотрит. Я забыл, как он называется. Ну прикинь, реально, вот, говорят, надо через команду вводить. А я хер его знает, как эти сраные команды вводить. Вот что делать? А вот не знаю. Мы класс-тесовцы. Над нами ставили плохие эксперименты. Сейчас пойдем за вот этим. Так, все, я первее иду, IT. Что-то идет он, значит, смотри. Что-то сзади ходит. Так, из пяти вышел. Выбегаем, сейчас в IT бежим, сразу забираем карточку и выбираемся нахрен из этой лаборатории. HC, EX, это выход B. Опа, опа. Я уборщик, я убираю. Так, подожди, ты вот куда побежал? Что-то пропустить меня не хочешь? Нет, нет, я первее. Так, PC, PC, PC.
Ай-яй-яй-яй-яй, дайте карточку, карточку дай. Моя карточка. Нет, козел, он забрал мою карточку. Я тебя убью, я тебя убью, когда будет возможность. Я же типа этот, класс-десовец, и у меня нет правил, я засранец. Еще тот. Так, тут карточка нужна. Это, короче, отдел вооружения. Так, в туалете же может быть карточка, я знаю. Опа, там что-то разговаривают. Нет карточки, прикинь, в туалете. Иди сюда, иди сюда. Что тут пацаны делают-то? Я сейчас чуть-чуть тебя раздавил, нахуй. Ты это понимаешь? Не понимаю. Ты же уборщик, ты же везде шаришь. Делай чудеса. Надо послушать, короче, что они говорят. Мы ничего говорить не будем, чтобы они не догадались, кто мы на самом деле. На самом деле мы агент какого от секретной организации. О, господи, это что было? Что это? Там какое-то существо! Какое существо? Я не знаю, пацаны! Паника. Что это может быть? Хрен знает. Тревога, тревога. Я хочу за тобой встать, братан. Можно? Пожалуйста, не страшно. Пацаны! Что? Я не знаю, что это! Ну, короче, вы были самыми лучшими класс-десовцами, которых я когда-либо видел. Спасибо, мужик. Что с тобой? Ты тоже лучший. Знаешь, у тебя такой голос, как будто ты только что хочешь что-то прорекламировать. Шмыр не отвечает, походу. ФСБ. Так, Банни. Какой на... ФСБ? Извиняюсь, Нейхаусер. А кто за... Я в рай. Нейхаусер, отдай, пожалуйста. Как тебя зовут-то? Отдай Вайтвуду, пожалуйста, то, что ты забрал. Мужики, готовимся. Во. Во. Ну как? Так чё, у него будем карту забрал. Пиздить ему рожу. А это было его? Ну не да, открывай, его было. Ну я ж отдал, ну что ты начинаешь? Да, я же отдал, я не знал. Прощается, да все, я прощается, все, братан, все нормально. А что делать с ним? Ебать, камеру снимет. Нас охрана палит. Охрана. Палит, пацаны, палит. Мы не одни в этом комплексе, пацаны! Мы не одни! Слышь, ты пошел отсюда, ва. Уходим! Бежим! Бежим! Выбираемся отсюда! О нет, прикинь! Научные сотрудники выходят на связь! Мы с пацанами бежим! Бежим, бежим! IT-отдел! Сука, надеюсь, вы сдохнете. Мобильная операция. Черт возьми! Он там что-то вызвал кого-то, засранец! С дьяволом. Давай, 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 открывай, молодец. Отлично, все, сваливаем. Пацаны, заходите. Бежим, бежим, бежим. Все, он давайте, пацаны, за друг другом смотрим, чтобы никого не поймали. Все в темпе, в темпе. Son of a bitch! Как так случилось-то? Прикинь, как это случилось? Вот он, я валяюсь! Или это не я? Это... Меня убили! Как так вообще могло произойти? Ладно, сейчас посидим, подождем до конца раунда, посмотрим, чем это все закончится. Сейчас должна приехать МТФовцы, типа спецназа, и сейчас, если я буду МТФовцем, то мы сейчас будем тащить. Не по-детски. Вот пацаны меня оплакивают. Ну, я был для них дорог. Естественно, мы столько сидели в одной камере. Я так хотел попросить, чтобы он что-то прорекламировал. Я тоже, чувак. Посмотрим, как пацаны выберутся. Но если мы нам сейчас достанется МТФ-офис, то мы будем играть очень серьезного мужика-спецназовца, который уже достаточно многое пережил. Он ветеран Вьетнама, и он должен обязательно быть командиром. Командиром обязательно должен быть.
Если лейтенант будет, то все равно в жопу, мы будем все равно командиром. Командир под прикрытием будет. Там что-то должно быть. Пистолеты позабирали ученые, значит. Давай посмотрим, ученые есть. А ученые все сбежали. Нет ученых, либо SCP их всех убил. Хотя нет, невозможно. На цыпочках ходи, блядь. Что-то га... Говори. Они взяли в плен нашего! Я лейтенант! Так, становимся, я смотрел, я знаю, надо РПшить не по-детски. Так, сейчас наш командир, кто наш командир? Товарищ командир, разрешите обратиться? Да. Если будет оказано сопротивление, разрешите ликвидировать? Да. Отлично. Ну что, погнали. Все, отлично, командир разрешил херачить десовцев. Все, самое главное, что командир разрешил. Это типа РП, надо же отыгрывать. Но все, мы будем сейчас очень серьезным лейтенантом, командиром под прикрытием. Никого нету, прикинь. Ща, прикинь. Кто выпустил 106-го? Кто-то выпустил 106-го? Вот это крики. У меня нет планшета. Так, немного медленно проверяемся. А как, кстати, на shift это медленно ходить? Давайте осматриваемся. Сейчас, короче, смотрим, чтобы никто на нас не напал резко. Двое направо, остальные налево. Двое направо, остальные налево. Хорошо. Командир отдал приказ. Ну ладно, если командира убьет, я возьму командование на себя. Никого нету. Ну, раз запускали 106, значит, тут команда, а то что-то натворил. Так, аккуратно смотрим. Да шо ж вы свою... Шо ж вы связь засираете, не говорите ничего. Сейчас... Опа, опа! А, если вообще связал, по-моему, другой, второй охранник, но он куда-то пропал, короче. Заходим. Опа, ну тут скорее всего будут класс десовцы. Проверяйте все проемы. Проверяем, короче, разделяемся. Да, голов нет, пока смысл. Да тут остались, походу, пацаны с оружием. Поэтому нужно быть готовым ко всему. Кстати, а ничего насчет компьютера не было? Какого компьютера у нас? Ну, 79-го. Ну-ка. Вдруг он шалит? И чё, и вот смотри, получается, вот мы идем по этим коридорам, надо нам самим не заблудиться. Сраное говно! Не буду через нее проходить в задницу эту ловушку. Слишком сложная. Еще пробегу из-за пинга умру, вот это вот, знаешь, вот это вот... Вот это вот все нечестное. Чё это? Не открывается, прикинь. Интересно, а кто вообще включил изоляцию 106-го? 106-го открыли, а 106-й кто это вообще? Кто? Подожди, подожди! Там пацаны, прикинь, проходят через электричество. А, это наши пацаны-то. Ладно, не будем отходить от них далеко.
перезапустим. А что идем перезапускать-то? Ладно, за командиром пойдем. Надо назад периодически смотреть. Товарищ командир, вы хотите взорвать комплекс? Нет. Всего лишь мы перевести систему. Товарищ командир, походу, не знает, что надо комплекс взрывать. Прикинь, вот такая хрень в реальности произойдет. Чтоб всякая вот эта нечисть не выбралась, надо обязательно взрывать комплекс. И пофиг, кто тут остался, зачем тут остался, надо взрывать. Потому что если эта хрень выберется наружу, то может хрень начаться полная. Охранник с лейтенантом. Стейлмейт, ничья. Где твой РП, то что тебя по яйцам ударили, алло. Какой РП? Командир Что происходит? А, блять, конец раунда. Я думаю, что за хуйня? Почему конец убивает охранника? Почему охранник убивает охранника? Что за хрень? Запись запущена, отлично. То я нажал на кнопку заветную, и ничего не запустилось, прикинь. Короче, я не знаю, записался прошлый раунд или нет, но там такое было. Там такое было, что я сложно прямо... Да ты серьезно, да? То есть чел, который сейчас сюда забегал, он забрал все. Ну естественно, он сейчас все забрал. Опа, опа, опа. Оу, щит. Оу, щит. Где мой свет? Темно как. Как очень глубоко и низко. Капец. Тьма тьмущая, прикинь. Нихера не видно. Хорошо, что хоть фонарики есть. А, кстати, кто давал класс-дестерцам фонарики? Вы же подопытные, типа. Типа подопытных крыс. Сюда все пацаны пошли. Надо за открытыми дверями идти, чтобы наших найти. Так. Нет доступа. О, свет включили, прикинь. Убираем. А нет, света нету. Это он постоянно мигать теперь будет. Ладно. Тоже карточку стырили, да? Вот сраные спидранеры ничего не оставят. Ничего. В смысле клосит? Что это было? Прикинь, нажимал на кнопку, она не открывалась. А что ты будешь делать? Сзади хрень какая-то происходит, надо закрыть на всякий случай. Опа, ну это выход B. Это я знаю. Тут что? Тут ничего. Где пацаны? Все поразбегались. Предатели сраные. Но справа ничего нету, мы оттуда пришли. Ну-ка, проход айти. Ну, хоть одну карточку мне дайте. Капец, уже все вышли. Все уже, они все сбежали. Я тут один остался. Хоть кого-нибудь встретить-то нужно. Вот кого? SCP-машинка. Ну, хоть одну карточку-то дайте. Просто вот такую случайно затерявшуюся карточку, которая валяется по комплексу. Неужели таких нету? Я реально, меня тут одного оставили. Нет, тут у класс-дестерсов ничего в камере не может быть. Проход IT. Ой, это HC. Ну тут мы были. Не, мы сейчас просто кругаля даем. Тут мы появились. Давай еще раз внимательно все осмотрим. Уж хоть одна карточка-то есть. Неужели не... Главное на SCP сейчас не нарваться. Если сейчас SCP будет, это будет плохо. Но они по-любому тут где-то бегают. Фак! Это дед! Дед! Это дед! Черт возьми!
Это дед! Дед! Открывай дверь! Открывай! Беги! Беги! Беги, тварь! Беги быстрее! Блин, дед сзади! Дед! Сраный дед! Да пошел он нафиг! С ним выходить на связь бесполезно. Он где-то рядом. Тихо, тихо сидим, ждем. Ждем тихо. Мне что, мурашки по коже идут. Скорее всего, дед их всех убил. На С, короче, ходить можно медленно. Отдел вооружения. Дед где-то ходит. Твари, откройте дверь! Как мне отсюда выбраться? Тут ни одной единой карточки нету! Ни одной карточки! 21. Это было 40 секунд. Все, сейчас секунды пошли секундами. Все, мы сейчас взорвемся нахер. Или сейчас газ включат. Все, 11. 10. 9. Отчего отчет? Надо знать English language, но я как бы не носитель, я не могу так взять и услышать его. А, ядерная бомба сейчас взорвется. Вы погибли! В смысле? Вы погибли, победа за SCP. Откройте дверь, блядь, не успел. Охранник комплекса! Теперь вы кооперируйтесь с научными сотрудниками, кооперируйтесь в мобильной группе, нейтрализуйте. Отлично! Здравия желаю! Так, охранник комплекса Мэрисон. Равнозначное звание. Сейчас, получается, бойцы начнут подходить. Ладно, получается, двое с карточками бегают, а один с автоматом. Ну, я с автоматом, да. Мы сейчас, короче, пойдем вглубь комплекса. Ну это же выход, по идее, да? Надо ствол взять. Я нашел ничего. Нет, это не ствол. Надо забирать все оружие, чтобы никто его, не дай бог, не поднял. А то поднимут же. Так, подождите, пацаны, что-то убегают. Охранники, вы че? Ребята, подождите меня. А-а-а, не успел. Открой быстрее. Сейчас оставят меня одного, я, значит, буду одинокий охранник. Элеваторная система. Сейчас мы на уровень Б вниз спустимся. Будем ликвидировать, в общем, всех. Если оно, они по-любому все будут сейчас выпендриваться. Кто-то с автоматами, кто-то с пистолетом. Будем освобождать только ученых. Все, это заключительный раунд сейчас. Так, они, кстати, они меня, кстати, слышат? Вот, УР стоит. Значит, меня захерачило вот так вот не слабо, да? Ладно, давайте тогда на этом закончим. Ладно, если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте игру в Steam, ставьте игру в ВКонтакте, ставьте игру в сервер в Дискорде, и все.
SCP будет зависеть от того, как вам он зайдет. Если вам понравится, пишите обязательно в комментарии, и он будет выходить у нас раз... да, раз в недельку будет выходить одна серия. И все. Так что все. Всем удачи, всем пока.